Челка. Челка, челка, челка. Брюнетка. Рыжая. Бесит, бесит, бесит. Каре. Нарастить. Налысо. Губы хочу похудеть. Пирсинг. Татуаж. Губы, губы, губы. О, все не то, все. Шмотки отстой. Хочу кудри. Стричь, 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 стричь. Хотя ладно. Пусть так все остается. Мне говорят, ты сошла с ума. А я говорю, разберусь сама. За таблетки платили, я спрашиваю. И вниз не надо опускать. Если вы не платили, так расплачивайтесь. Меня не волнует, если у вас денег нет. Почему руки распускаете? Вышла отсюда быстро. Второе счастье, я смотрю, да? Сначала наглость родилась, потом вы, наверное. Ушки зачем отводите? В камеру, смотрите, я сказала. У вас проблемы будут. Вы знаете, кто я? У меня 11 тысяч подписчиков. Ты будешь сама с ними разговаривать. Если вы думаете, что мы шутки шутим, я вызвала полицию. Все. Поздно, поздно, можете не отворачиваться. Я засняла вас, камеры засняли, все заснято. Материал будет передан сотрудникам полиции. Если вы разрешите себя погладить, тогда я не буду вызывать полицию. Если вы сейчас меня укусите, я вызову... Все-таки вы мерзкая дамочка, да, я смотрю? Вас вообще ничего не берет. Пошла вон отсюда, я сказала, мерзавка. Не расплачиваешься, ничего не хочешь, пошла вон. Товар мне весь испортила. Дочь, да я пошутила, дочь. Иди к маме, иди сюда, дочь. Ну, понятно. Че ты постоянно в телефоне, блядь, своем, а? Вот сын, тетя Люси Ивановая, а? Какой молодец, мальчик растет. На хоккей, на футбол. Что из тебя растет? Ты кроме как срать, жрать и спать нихера не умеешь. Постоянно. Мама это, мама то. Без матери посрать даже сходить не можешь. Шалавы твои табунами к нам ходят. Конечно. Это ты взрослый, это ты можешь. Ну ничего, отец сейчас с работы придет. Пусть он с тобой разбирает, все. Чего? Ты что, еще со мной перерекаться будешь? Щегол еще совсем. Щеглище. А с матерью как разговаривает, а? Ну сейчас, сейчас отец, сейчас он придет и всю дурь из твоей башки повыбивает. А что мам-то? Что мам? То, что действительно такой достался, а? Ну ладно, иди сюда. Иди. Давай, давай. Давай, обнимемся. Скажу я ничего отцу, не скажу. Все. Ты больше матери, так не перечь. Люблю, не могу. Какао, 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 кау, кау. Мразь вообще, конечно. Пользуешься тем, что ты вот реально незаменим вообще. Как так можно доводить вот так человека до такого состояния? Не понимаю вообще. Просто нет слов. Знать, когда вот, ну, что ты незаменимый и пользоваться этим. А земля круглая, понимаешь? Конечно, ты знаешь. Я знаю, ты знаешь. Котлеты не получатся такими сочными без тебя. Давай. Ты мне еще за все ответишь. Это сколько можно-то уже? Опять ноешь. Ты уже даже меня заебала. Сколько можно, да сколько можно? Ты этот ебучий диплом уже год пишешь. Хули глазками хлопаешь. Башкой не верти. И так ебнутая. Хотя ладно, подожди. Удачи тебе, Маразота. Чмавки. Ну вот и настало время. Время выноса мозга своему мужику. Ты чё ходишь-то? А что? Да какая-то аура нездоровая летает. А ты вообще заметил, что я как бы покрасилась? Заметил. А я вообще-то не красилась. И вообще ты стал какой-то по отношению ко мне холодный. Да с чего ты взяла-то? Это не объяснить. Нет, ну какая-то же все равно причина есть. Я все уже сказала. Что ты сказала? Все. Что за хрень-то сатанилая происходит? Вот об этом я сейчас и говорю. О чем об этом? Вот об этом самом. О чем об этом самом? Вот о том этом самом. О чем о том этом самом? А все. Кать, ну ты че? Да ничего. Не реви. Давай закажем роллы или пиццы. Хотя я перебью. Поезда. Но мне одной попадаются, соседи начинают заводить со мной разговор. По итогу о их жизни я знаю совершенно все. Ой, у вас тоже яички. Я вот знаю все свое, все свое. 10 курений, сушек у меня. Картошечку берите, угощайтесь, это своя с огородика. Вообще знаете все сами. Содим, ростим. Я вот от сеструхи еду. Муж у нее, знаете, выпить, конечно, любит. Детей нет у них. Лет уже под старую сраку. Ну, брат у него наркоман. Семья, конечно, у него вообще вся неблагополучная. Сед напротив, видели какой? Что ненормально.
Вы кошелечек-то прячьте подальше. Мало ли чего. Это мой сыночек. Сыночек Лешенька. Красивый, правда? Ладерина, конечно. Что поделаешь? Сейчас все поколение такое. За поездки я знаю, как зовут жену брата, их отца, сестру, их двоюродную кошку, крысу, змею, а также ту соседку, чьи кошки постоянно срут под дверью этой женщины. Я очень терпеливый человек. Но один раз слушать реально не могла. Мне пришлось притворяться, что я всю дорогу спала. Ехала я тогда 20 часов. Если у тебя тоже плохое зрение, то здрасте. У меня где-то минус 3. И если я не в очках, не в линзах, то я вообще ни хрена не вижу. В днях я решила погладить собаку. Стремительно так приближаюсь. Думаю, сейчас я ее поглажу. То вот что она лежит такая на снегу. Ближе-то подхожу. Окулярчики навожу. А это пакет. Черный, сука, пакет. Который уж легко припорошило снежком. Это фигня. Случалось покруче. Зашла я в магазин. И такая, о, метрах 30. Моя бывшая одноклассница. И я такая радостная. Тюха, привет! Очень громко сказала. Ну, я так скорее к примерочной здороваться. И просто стоит девушка. Я просто понимаю, что я кричала незнакомому человеку. Такой был позор! Так было стрём! Мне еще повезло. Были только продавцы. Может, 2-3 покупателя. А потом ехала и вспоминала. С какой рожей я ей это кричала! Заключение. Если мы с вами знакомы, а я прошла и не поздоровалась. Не потому, что я тварина последняя. Просто я плохо. Так, говнодавилку свою вырубил? Сейчас хоть что-то нормальное вообще слушайте. У вас за поколение такое? Штаны подверну, ноги на голе, прическу залижу. Что тише? Что тише? Ты матери что, рот еще закрывать что ли будешь? Где ты? Где? В эфире? Блогер. Хуёер. Ну что, уже совсем башку посносила с этим интернетом? Мать сейчас нож возьмет, попхерачит тебе все провода. Ты мне, знаешь что, мне скажи, ты срач когда вот эту в комнате уберешь? Мать до старости должна убирать эту. Сейчас взял тряпку в зуб, сраню вот эту всю убрал. В этом доме ни хера никому не надо. Ладно, жрать иди. Там уже все поостывало. Детство. Когда еще не было Зары Kids и всех этих крутых бутиков, мы тупо все девались на рынке. Твое мнение, конечно же, мало учитывалось. Заходите в палаточку. И начинается. Здравствуйте. Курточку на себя смотрю. Девочку. Сюда дальше проходи. Моделечки новые только завезли. Размерчик-то какой нужен? Вы шо, какой кита? Линеечка с Турции привезена. Тесто, гляньте какое. Смотрите, как ей хорошо. Прям на тебя шили. Что цена? Цена как у всех. Ничка, уступить могу. Ну, девушка, это Турция. Турция. Вот сапожки еще, смотрите, размерчик остался. Со скидочкой отдам. Дочери купила. Сестра носит. Сама ношу. Великоваты. Вы носочек шерстяной потом оденьте. Знаете, как хорошо будет. Вообще в облипочку. А папе не нужны новые ботиночки зимние. Вот примерьте, хорошая моделька. Очень молодежная. Очень примерьте, хорошая. Жмут маленечко. Это маломерки. Это маломерки. Носите еще раз, носите. Папа, не переживайте. И так, считай, все по закупочной цене вам отдаю. Сына, сюда иди. Ты опять свою сральню от компьютера отодрать не можешь. Иди посмотри лучше. Что мама купила? К нам на работу чебаркульский трикотаж приехал. Смотри, какую футболочку тебе хорошо купила. 500 рублей всего. 500. А качество какое, посмотри. Что? Какая фирма? Чебаркульский завод. Что? У нас с отцом на твои адидасы денег нет. Мать старается, выбирает. Хоть бы спасибо сказал. Ты знаешь, что этой футболки с носу не будет? А твои вот эти вот... На один сезон только рвется потом все. Насия сказала. Дареному коню в зубы не смотрят. На... Паина, 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 на... Вот что найдено по запросу, какого цвета будут волосы у нашего ребенка, если парень темненький, а я светленькая. Иди матери помогай. Весь огород сорвался, блядь, хоть бы кто помог, а. Вот весь в папашу. Куда ты эти кроссовки одеваешь? Тьфу ты, ёб твою мать, ничего без матери сделать не может, а. Одевай. Одевай, я сказала. Нет, ты посмотри. У этих опять теплица новая. Всю администрацию уже растащил, работничек. Ой, красота какая. Ты куда морковку так дерешь? Внимательней. Глазки-то разуй. Что ты устал? Вот что ты устал? Мать в твои годы. Все лето с огорода не вылазила. На урожайный год ездили. А как сейчас помню. Лето 88-го года. Там мы познакомились с твоим отцом. Так все, не мамкой. Тебя еще гряда огуречная ждет. Что такое? Огурчики зимой любим кушать? Вот и полоть люби. В этом доме никому ничего не надо.